Нгастакватаквакис. Что это? Звучит как какое-то заклинание для призыва к Тулху или подобного древнего божества. Давайте почитаем. Просто раз уж мы зашли сюда в библиотеку, надо ее посмотреть. Что у нас на полочках? Странный текст на языке слоудов, предположительно написан некромантом второй эры Нгастой. Я не думаю, что это вслух стоит читать. А то еще кого-нибудь призовем тут. Но если вы сейчас смотрите это в записи, попробуйте. Возьмите и прочитайте. Вот начиная отсюда, с первой страницы. Потом вот продолжение. Есть еще два разворота. Ставьте просто на паузу. Смотрите, что здесь написано. И читайте вслух, так это отчетливо, чтобы не искажать слова, как можно ближе к тому, что написано. Вот, когда прочитаете, попробуйте отписаться, получилось у вас или нет. Но это я имею в виду, говорю тем, кто в записи будет смотреть, потому что я на YouTube, естественно, все это выложу. Вот. А если у вас получится и вас после этого не съедят, так, можете об этом отписаться. Но если с вами что-то случится, я как бы не виноват, это ваше собственное решение.